сорт называется Джона Гарет Супра. Зимний, высокотоварный, 180-220 грамм вес, округлые, 7,4,9 балла. Так вот, Джона Гарет Супра — это клон Джона Гареда. Маленькая яблонька. Значит, корни здесь обычного сеянца. Потом идет вставка карликовая. И потом сверху привит сорт. Вот эта прививка. Первое плодоношение этого сорта. То есть я надеюсь, что они очень хорошо будут лежать, поскольку рынок показывал уже. Горец его называли, этот сорт. Продавали их зимой. Очень вкусное яблоко. То есть на рынке это было самое вкусное яблоко. Поэтому меня вообще заинтересовал этот сорт.